Ну что, господа, 24 июля 2022 года, вот мы с Сергеем Леонидовичем опять отправляемся в Норвегию. Вот, для сравнения, вот настолько барахла, но машина практически пустая. Ну вот, все как обычно, все забито, все открыто, закрыто. Серега, что забыли? Надо колеса подкачать, смотри какие. Да, ну вот сейчас колеса. Сейчас подкачаем колеса и тогда поедем. Все, давайте. Ну что, вот теперь заехали домой, все выгрузили, все, что надо было. А, товарищ подполковник, тут, блин. Путешествие начинается. Ну, короче, все, теперь уже едем до магазина, менять баллон и вперед. Сегодня через 350 километров уже нам наметил товарищ подполковник базу, блин, торпедных катеров. Шикарное место. Так что все. Ладно, все. Первая остановка. Дадим Аве пописать. Только она не писает, зараза. А мы нарвались на малину. Вот. Сергей Леонидович. Как с голодного острова. Как медведь. Напал. Но малины вот. То есть. Иди, ссы, придурочная. Иди давай, гуляй. Да. Первая ночевка. Сергей Леонидович привез нас, блин. Шикарное место. Шикарное место, он говорит. Ну, действительно, вот море, вот ветряки. Мы вообще в центре города. Этот забуревший, блин, ментяра. Быстро, не переводи камеру, будет все. Привез нас вообще посреди города в какой-то парк. Я не знаю, выгонят нас отсюда или нет. Нет, у нас не выгонит. У нас рядом ресторан. В 50 метрах. Да. Вот там вот где-то вышка, там ресторан. Так что действительно так оно и есть. Вон машины ездят, дома какие-то. Но здесь другие люди тоже стоят. И мы решили, если другие люди стоят, почему? Чем мы хуже? Решили быстро накатить, чтобы нас было не выгнать. Да, мы сейчас накатим, и никто уже нас отсюда не сдвинет в ближайшее время. Ну, до утра, надеемся. Ну что, господа. Приглашаю вас, наш путь. Да, вот она, точка невозврата. Это низ. Да и почему? Пьем чисто минералку. Минералку и сок. Минералка и сок, да. На рюмке так, чтобы души грели. Как будто пьем. Наливай давай. Наливаю. Вот это отдых. Все пьете. Да. Пьете, пьете. Всю Россию. А ты не хотел. Я не хотел. Я хотел в лесу остаться. Да, бля, сейчас вот тут море, яхты, красота. Цивилизация. Вон, солнце светит, прилетел. Рестораны, бары. И наш чудесный вагон. Подожди, еще раз. Сегодня, как мы выяснили, день БДСМ. Я поздравляю свою девушку. За все спасибо, добрый друг. За то, что вы правы. За то, что вы.
Ну, в принципе, наверное, нарушение, но видишь, никого не гоняют. Ну что, вечер подходит к своему логическому завершению. Собака с мартышечьей жопой. Вот. Наверное, мы будем заканчивать. Монтировать видео. Первая серия этого дня. Вот у нас городской автобус ездит. Ты смотри, мы вообще в центре города. И идти колпачить. Шикарное место. Шикарное место вообще. Мусорка, кстати, даже мусорка и сортир здесь. Да, ну я смотрю, тут народов понаехало.